Ну вот, и вид из окна гостиницы Louis Suites Hotel в городе Игуасу. Да, да, аргентинская сторона. Вот из окна тропический лес, гигантские листья папоротника, видите? Гигантини. Гигантини, какие-то орехи невиданные, коко орехи. Вот, на эту за отдельную плату тебе срывают и делают тебе полоску, дорожку кокаиновую. Вот, значит, вот еще какие-то растения непонятные. Тут уже отцвели. Вот, и там внизу какой-то вот овраг. С утра поедем на водопад. Сегодня отдыхаем. Поедем в город. До города здесь... Рыбу есть самую лучшую. Пираньи, между прочим. Пиранью. Вкусное, говорят, очень. Вот. Куском захватываю хрустальную ногу Ивановского и голову в очках, блядь. Лампа. Вообще, это номер такой из дизайна. Такое ощущение, что он для новобрачных. Но нам его почему-то дали, потому что вот видите окно. Они сразу видят, что мы нежно любим. Да, окно, окно. И оно, это в ванну вид. То есть человек моется, ты лежа на кровати видишь, как он моется. Ну, ты запикаешь потом. Запикаешь. Если они догадаются, даже не запикаешь уже. Уже запишут в эти. В ребят любви. В общем, он такой номер с дизайном, конечно. Ничего не скажешь. Приятный и довольно большой. Вот мы выходим из номера. И тут вокруг вот всякие такие чудеса. Подвесные мосты. Мосты подвесные. Короче. Гостиница супер. Короче. Хорошие тут, интересные всякие штуки. В самом сердце Латинской Америки. Да, можно сказать, да. Игуасу рядом. Завтра поедем на Игуасу. Вот. Вот кругом rainforest. Да. Давай, давай, иди, иди. Вот по подвесному мосту, блядь, он качается, прыгает. Ох, сауна и... То есть мы будем здесь 3 дня, 3 ночи. Но чем-то мы, значит, попользуемся точно. Удобно. Смотрите, в бассейне никто не купается. Ну, еще подожди, кто... ну и что, русские будут. Да. А она, кстати, сказала, что из сауны немцы и так далее, прямо туда, в бассейн. Сейчас говорит... Поедем. Что, ехать вниз надо? Да. Ведь. Ну, здравствуй, Андрейка. Как меня назвала Валерия вчера? Бенни, не Бэби, а вот это имя было какое-то испанское. Пепе или Хиппо. А, так, это не то. Сейчас. Значит, вот. А, это ресторан, да. Это... Здесь завтракать будем? Да, и здесь ужинать все, что заказано. С 7:30 до 10:30. И чего тут подают, и цены какие? Нет, он, наверное, закрыт пока, поэтому. Не, ну я понимаю. Мне только сказал, был комплимент парень насчет майки. Ага. Классная майка. Да. Так, садимся. Куда сядь?
Проходи, ты мне загораживаешь пейзаж. Куда хочешь.